Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне TKL-20 сделать запись экрана. Открываем шторку и находим здесь запись экрана. Зажимаем, попадаем в настройки. Можем здесь изменить разрешение видео, включить или выключить звук из микрофона. И также отображение, где мы будем нажимать. То есть отображение нажатий. Когда все готово, нажимаем на запись экрана, идет отчет, и запись пошла. Как видите, у нас точно так же видны нажатия, как там было написано. И чтобы остановить запись, нажимаем сюда. Запись сохранена, давайте посмотрим. И запись пошла. Как видите, у нас точно так же видны нажатия, как там было написано. Нажатие есть, звук есть, все работает. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!